Ну, мне кажется, с явлением квадроберов наш народ сталкивался еще и раньше. Мне кажется, что сказки про то, что не пей из лужицы, в козленочка превратишься, обозначали эту проблему, так сказать, и в предыдущие годы тоже. Поэтому всякое бывало в жизни, и всякие проблемы, в общем, имели, так сказать, различное проявление. Но мне кажется, коль скоро мне спросили мое личное мнение, мы все-таки, видимо, говорим о том, что в большей степени или самое острое обсуждение касается именно детей. Возможно, это проявление, которое связано с отсутствием необходимого ребенку внимания. Может быть, таким образом он пытается просигнализировать родителям, близким, семье о том, что ему нужна их забота, любовь. Он не нуждается, может быть, ее не достает. И не хочу сейчас уходить в глубины всех специфических явлений, которые возникли на Западе. Это мы, как вы знаете, этому уделяем повышенное внимание, потому что это явления все деструктивные, ну, в том числе и это. Не хочу даже отшучиваться, но мне кажется, что коль скоро эти явления есть, и коль скоро они касаются и нашей жизни, выходом может быть повышенное внимание и безграничная любовь к детям, которая позволит им не привлекать внимание к собственным проблемам вот таким способом. Мне почему-то кажется, что если дети во все это и начинают втягиваться, это от того, что им недостаточно внимания взрослых.